Чартерним рейсом з Могильова у Турцію. У початку літа самоліти накеруються з Могильовського аеропорту і на курорти гетей країни. Є відповідна домова, і туристичні фірми почали продаж путівок. Нагадаем, з Могильова у болгарский Бургас самолеты Белавия летают уже два сезона. Первый чартер отправился 13 червня 2015-го. На борт зашли 142 человеки. За два года из Могильова у Болгарию на отпочинок перевезли больше за 4500 пассажиров. Было сделано 17 рейсов. Практика показала, что запотребованность у таких послугах по доставке туристов высокая, отзначил начальник Могильовского аэропорта Владимир Никитин. Тому сёлета турфирмы ожидают организовать еще поездки и у інших курортных накерунках. Так само разглядается максимальность полета у Змогильова у Египта.